В Брагинской квартире обнаружены два трупа. Преступление совершено в доме по Ленинградскому проспекту. По предварительной информации, убиты 40-летний хозяин квартиры и его приятель. Сколько пролежали тела в квартире, пока уверенно сказать невозможно. Назначены соответствующие экспертизы. Убитых обнаружили родственники. На каждом теле не менее 7 ножевых ранений. В основном удары убийца наносил в живот, грудь и шею. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.